Но перед просмотром не забывай, на каком проекте я играю. Это Amazing RP, где действует мой промокод Лисет. Вводи его на старте игры, он выдаст тебе огромное количество виртов, а также уже на старте игры ты получишь скиллы для своего персонажа и сможешь приняться в какую-либо фрагу. Ой, давай, малыш! А, один, ну... Конты, все на собу, ребят. Едьте за сумками, покупайте информацию о точках, три точки кидаете, цены потом посмотрим. Седьмой пункт, ограбление контейнеров, да? Купить отмычку и сумку? Да. Они очень быстро ломают, если что, конты, да. Поэтому надо быстрее вам заехать, потому что они взломают, они сумки везут сразу же, у них вертик там стоит. А у вас всех покикало, да? Заезжайте быстрее сюда, Бусик, Женя, ваше место. У кого розыск, все маски, ребят. Там идут предметы, как в ограбке, мы их отмываем на деньги. В общей сложности от 10 до 25 миллионов. На эти деньги мы закупаем склад, даем зарплаты и крафтим адреналины. А сколько таких контейнеров спавнится? Короче, от 3 до 8. Ну, короче, 25 лямов мы выносили отсюда максимум. Кучники. А кто это? А очень много, типа. Ебу! Не, я манал. Тут очень много гостей. Собирай мясо, Артём, на особе. Я сейчас их буду выбивать жестко. Дай мне ПСО, я с тобой на вертолете. Давай. Я убил, который контейнер ломает. Как блогер 553 у тебя же был, да? Я его почти убил. У него минус 100. Еще мясо к нам подъехало. У него минус 160. Смотрите, что к нам на вертолете не залетели. Они там строй какой-то жесткий делают. Блин. Не умирайте, главное. Они же хилиться могут или нет? У них аптечки. Они как крышу контролят. Прям жестко. Они как будто бесконечным уроном. Я не могу взять склад из этой сумки, ее выкинуть не могу. Там с СВД ПСО долбит по полтосу сразу сходу. Вот давай вот этого, да? Ебнем рачка. Все, красавчик. Они снизу этот контейнер ломают. Я убил ее, короче, которая ломала, успел. Их осталось человек 20 от силы. Не, ну я там хорошо очень много прям дамага им интересно, дал. Интересно, где вы? Мы подъедем. А, ладно, все, они въезд перекрывают. Под клистами давайте, жмите, я на себя всех бачу. Еще одного убил. Я не знаю, сука. Сколько у них аптечек? Две аптечки, по-моему. Там вроде один чел остался за контейнером. Понимаю, как меня уже здесь встречают. Я не знаю, ну как нам такие конты вывозить, я не понимаю. Они взламывают очень быстро, если что. Нет. У них только буквы. Нифига, с чего? Вот так вот, типа, они не умеют взламывать. Вала этих ПСО там пойдет. Да без разницы. На 6 человек вместе. О, отлично. 5. Сейчас тут одного убьем, он контейнер ломает. Просто не давайте ломать контейнеры, все. Дал ему. Давай, полетели, давай, сразу давай, же давай, полетели. Давай. Где наш вертолет? Вот так он, вот блядь. Блядь. Отпивом, давай, стой, выйди. Все, меня убили. Квесты, сделайте маски. Ой, что? Помогать буду, стреляйте. Я не могу ее применять. А, это гусник. Ой, ты ему снес! Еще верт гостиков, ломайте! Он не дострел, да? Ебать, чего это? Со спины! Алло, хелпули, дайте! Вы выбили или нет? На особу давайте все за сумками. Они по КД залетают, я не понимаю, ну что это такое? Запрещено, написали. Джеймс Воеводу. А сколько взлом идет контейнера? У нас минут 5. Артём, напиши в Слэшаск, просто пусть они предупредят гостников, что РВК нельзя, может они реально не знают. Ну, попробуй убей. Маски, клисты, маски, да, все клисты, маски. Выйдите, оттолкайте кипер. А как пить энергетик? Р, и там энергетик. О, вот это клистов, там дофига. Я его буду убивать. Еб, свала, хуярит, слева! Сядите у них. Я не знаю, их опять там 40 человек. А у них еще и АПС. Не знаю, что мы будем. Все, мы миллион. О, сумка валяется. С обрезом. Мне должен варнить. Я не знаю, ну сколько их тут, миллиард, ну просто. И контейнеры еще. Слышите, у нас есть шанс 10 лямов вынести еще. Можешь, пожалуйста, третьего уровня админа ко мне телепортировать? Почему гостники кажутся на контейнере? Ну это жесть. Просто, короче, сейчас берем сумки, в кибер садимся и все ко мне на дом. А, да, мне написали, пишите жалобу на форум. Я не знаю, надо корректные правила какие-то ввести, реально. Ну, систему надо сделать. Что в зоне территории такая-то фракция умерла, она больше не может заехать. Все. Они убежали. 10 человек назад, заезжайте как-то. Дал ему тычку. Давим. Дал еще тычку. Нет. Так не ластову, вот они, блядь. Я на тебя жалобу. Это мне. Дал ему тычку. Да вон еще на этом, на личном транспорте едет. А на личном транспорте на самокате гетовца можно гонять? Нет, вообще использовать нельзя. Все, давайте ломаем конты. Нет. А на сумке есть? Да? Ну давай, Артёмочка! Любую жопу взломаю. Ну зачем сказал, ладно? У меня все идеально шло, ты как сказал сразу. Мне тогда самокат покупал, вот, собственно, спрашиваешь. А он чего, ПК встал? Все, я его положил, там еще один убежал, за забором. Еще одна машина заехала. Там вон, да. Вот это отмычки? Отмычки, да, вот это отмычки.
упал, походу, и умер. Напротив вас на крыше гостники. Их вообще миллиард там. У меня вопрос, почему гостники и РВКшцы и похуй? Нету ни одного лидера, ни одного зама их. Типа гостники могут это делать. Да, мне тоже так писал, да, мой. Ну что делать? Ну их миллиард просто. Я его почти убил. Все. О, откидывают. Откидывают. Ура, все, поехали. Пятером за сумками, остальные все тут остаются. Едем, никого не подбираем. Мы сколько уже прыгаем? 2 часа, да? И только час 30. Дал ему плюшку. Артему, дайте отмычки, может он успеет заломать, и мы еще одну сумки уберем. Красава. Все сумки ко мне, и через 10 минут, короче, сразу же, похуй, я хоть это отмою. 13 открыл, быстрее, денежные пометки, дорого создай, очень. Создай. Забрался в кибер на особу, едем сразу. Вон у Лиси творка еще, сумка пустая, да, у тебя или да, нет? Да, у меня пустая. Сейчас на особу сразу же берешь вертолет, летишь смотреть цены. Я в бусик даю кибер, они едут обратно на конты, они закупают сумки и обратно на конты едут. Мы с тобой, амбассадор, делаем, короче, фул конты. Но под 360 тысяч, если, то это лямов 6, наверное. На Е нажми, ютубер. Все, извините, я слишком много таксичил. Да. Ну смотри, ты один предмет забрал, да? Значит, тебе еще два надо. Едь в юшку быстрее. Я чё не взломал, ребята? Везите сумки быстрее. Вы мыть поехали, мне офаться. Можешь офнуться, да.